и коль скоро теме сезонных обновлений на этой неделе было посвящено так много решений, первый выпуск итоговой программы мы решили закончить именно по-весеннему. Ведь в то время как в теплых регионах бескрайней родины распускаются олеандры и зреет кизил, Югра ощущает лишь робкую весеннюю поступь. Очевидно, с этим связан почти сакральный смысл, который югорчане придают этим первым признакам пробуждения сибирской природы. Почему знаменитый югорский медведь Степан проснулся раньше обычного, как готовится праздник Вороньего дня и какое отношение к весеннему пробуждению имеет курица, знает Милана Поварницына. Огромный, крепкий, с блестящей шерстью медведь вальяжно расхаживает по вольеру, будто красуясь перед немногочисленными зрителями. С аппетитом съедает угощение. За время спячки он успел проголодаться. Всматривается, встает на задние лапы во весь свой могучий рост и наконец-то решает, что мы готовы взирать с немым восхищением. Чешется. На самом деле Степан просто выпрашивает что-нибудь вкусное. Еще и еще. За день он может съедать несколько килограммов фруктов и не одну банку сгущенки. Действительно, за свои 16 лет он уже привык к повышенному вниманию к своей особе. В этом году самый знаменитый медведь Югры встал из зимней спячки на неделю раньше, 19 марта. А обычно это случается 24 или 25. Пришла весна ранее, рано Степан проснулся. И больше уже не ложился, получается? Больше нет, не ложился. Вот они там все, мы где-то неделю подождали. Потом открыли для вольеры, чтобы народ мог смотреть на медведя. В Соединенных Штатах Америки приход весны символизирует пробуждение сурка Фила. В Югре и зима подольше, и зверь побольше. Но раз Степан проснулся, значит, скоро будут теплые денечки. А по народным поверьям, настоящую теплую весну приносят на своих крыльях птицы. Первой на север прилетает ворона. У нас принято зазывать ее. Во вторую субботу апреля отмечается праздник северных народов «Вороний день» по-хантыйски «Вурнахатл». Больше всего к нему готовится сама виновница торжества. В этом году это Виктория Корнеевна. Ну и, конечно, ее воронья команда. Девушки под руководством педагога придумали и за несколько дней поставили танец. Он символизирует борьбу сил природы и пробуждение всего вокруг. Для меня весна – это перерождение, перерождение души. Уходит холода, уходит метели. Приходит к нам солнышко, тепло. И, конечно же, каждый человек, он радуется весне, потому что у нас зима 6 месяцев в году, а весна у нас вот такая вот очень короткая. Ну, надеемся, что она будет теплая. Даже в живом уголке птицы заливаются без остановки на отдых. Курица Глаша, ставшая внештатным сотрудником телекомпании «Югра», хоть и не может петь так же хорошо, но старается, подкудахтывает. Просится чаще гулять, чувствует, что скоро она почувствует своими лапками травку, поищет настоящих живых червяков, а не просто кашу и морковку, которую мы ей даем. Конечно, по животным слышно и видно, они чувствуют какими-то своими внутренними часами, что конец долгой зимы. Журчат ручьи, кричат грачи, и тает снег, и сердце тает, как говорится в одном известном стихотворении. Действительно, природа пробуждается. А запах-то какой в лесу, запах! Словом, весна идет, весне дорогу.